Привет! Это снова я. Сейчас я расскажу вам, как мне удалось победить постоянную нехватку денег, бедность, невозможность платить за ипотеку. Как мне удалось это сделать? Очень просто, благодаря патриотизму. Раньше, пару лет назад, я не смотрел новости, практически не включал телевизор, жил на съемной квартире, и почти всю зарплату мне приходилось тратить на съемное жилье. Наконец я решил взять ипотеку. Еле-еле накопив на минимальный первоначальный взнос, мне удалось взять крошечную квартирку в пятиэтажке хрущевки в старом панельном доме с крошечной пятиметровой кухней. Худо-бедно мне удавалось платить за ипотеку, и как-то хватало еще на еду мне и моей семье. Но полтора года назад, вследствие всем известных причин, ситуация стала ухудшаться. Цены стали расти, и я обнаружил, что на жизнь мне уже денег не хватает. И тогда мне посоветовал уникальный способ один из моих приятелей. Стать патриотом своей страны. Он сказал мне, что каждый вечер надо включать новости. «Для чего?» – спросил я. «Разве это добавит мне денег?» Он сказал, «это добавит тебе стимула их заработать». И тогда я стал смотреть новости и пропитываться национальной идеей. Я стал понимать, что в жизни у меня не все так уж и плохо. И потом, на Украине ведь еще хуже. Раньше я не совсем понимал, какое это отношение имеет ко мне, ведь я живу в России. Теперь понимаю, это очень важно. Посмотрев в течение нескольких месяцев ежедневно новости, я наполнился внутренней силой. И тогда мне пришла в голову гениальная идея. Уменьшить платеж по ипотеке, чтобы снова начать нормально жить. Как это сделать? Я взял кредит. И этими кредитными деньгами погасил часть ипотеки. Мой платеж стал меньше, и жить стало легче. Появилась новая проблема. Надо было платить еще по кредиту. Но я и тут нашел выход. Я устроился на новую работу, в ночную смену. И всю свою зарплату с этой второй работы я погашал за вот этот вот второй кредит. Таким образом, стал жить я лучше. Правда, я совершенно не бываю дома, но я смог позволить себе купить практически новый бэушный холодильник. Правда, у него почти не работает морозилка, но это не проблема. Сейчас на дворе уже практически зима, и я могу вывешивать пакет с пельменями или мясом за окно. Главное, каждый день смотреть новости и слушать, что ситуация в стране улучшается с каждым днем. Появляются все новые рабочие места. И в принципе, не так уж и важна нынешняя ситуация у тебя с деньгами. Ведь совсем скоро все улучшится. И в конце концов, родина важнее, чем кусок колбасы. Сейчас мне стало жить намного лучше. Правда, на основной работе я частенько засыпаю. Но, в конце концов, пока я молодой, надо работать, вкалывать. И потом, на Украине еще хуже. Поэтому я всем доволен. А что я буду делать, если платеж по ипотеке и кредиту станет для меня непосильным? Ну, я думаю, к этому моменту, через годик-два, ситуация в стране станет совсем хорошей, и я смогу закрыть и ипотеку, и кредит. А если это продлится еще лишний год? Ну что ж... Чтобы уменьшить платеж по первому кредиту, ну, возьму второй. Поэтому нет ничего невозможного. Став патриотом, я почувствовал себя лучше. Теперь я чаще улыбаюсь и советую всем вам. Будьте патриотами. Так жизнь ваша станет намного лучше. И помните, на Украине еще хуже. Все, пока.